Только что завершился главный реванш этого года в тяжелом весе. На UFC 260 Стипе Миочич вышел на еще одну встречу с безумным нокаутером Фрэнсисом Нганну. 3 года назад Стипе уже побеждал бойца из Камеруна, но Нганну, говорит, сделал конкретную работу над ошибками и обещал выдать сегодня феерический нокаут. Это обзор Миочич Нганну 2. Вы на канале MMA Review. Без вашего лайка само собой никак, ну а мы начинаем. Главный бой вечера UFC 260 приковал внимание миллионов фанатов. Стипе Миочич выходил на второй бой против самого опасного, самого сильно бьющего тяжеловеса Фрэнсиса Нганну. Пару лет назад Стипе уже с ним встречался, и тогда шансов ему никто не давал. Но пожарный на опыте раскатал главную опасность дивизиона. Правда, камерунский хищник сдаваться не собирался. Он начал путь заново, менял тренеров, работал над кардиоударкой, и вот очередная страшная серия нокаутов. Но знаете, что самое интересное? Миочич никогда не проигрывал в реванше. Вынес до Сантоса, вынес 2 раза Кормье, и сегодня дошла очередь снова Данганну. Разница в весе, кстати, была серьезная. Стипе весил 106, Фрэнсис 119. А ведь это они еще за ночь немного и отъелись, но Фрэнсис сегодня смотрелся слишком мощным и слишком жестким. И вот как прошел этот бой. И начали оба очень осторожно. Нганну пытается попасть, много мажет, Стипе пробует перевод, но ничего у него не получается. И уже Нганну бросает Миочича, пытается добить, но Стипе чудом все выдерживает и дальше без особой активности. Во втором раунде снова поначалу аккуратные размены, но после Нганну врывается, задевает правым, Миочич потрясен, хищник включается. Летит серия ударов и достает левым боковым, роняя Миочича и тут же наглухо добивая одиночным молотком. Ну и что, друзья, теперь я даже не знаю, кто может отобрать пояс у этой машины. Как вам бой? Пишите обязательно. Пишите, друзья, как вам этот бой, что дальше для Стипе Миочича и что теперь для Фрэнсиса Нганну. На следующей неделе у нас Fight Night по расписанию. В главном бою вечера Даррен Тилл против Марвина Виттори. Интересный бой. Пишите, друзья, хотели бы увидеть разбор этого поединка у меня на канале. Ну и все, братва, ставьте свой мощный бойцовский лайк, этим очень сильно помогаете в развитии канала. Ну и, конечно, прожимайте колокольчик и подписывайтесь. Всем мир, не прощаемся.